если у нас еще вот такие хозяева будут, это не только наш город просто умрет. Это умрет полностью вся Россия. Как ни печально это звучит. У нас не то, что нет патриотизма, у нас нет единства в народе. У нас вот даже вчера прошел пикет этот наш, и то кто-то поддержал, кто-то нас осудил. И никому это не надо. А ведь найдутся такие, кто подныкивать будет, людей подзаводить, и они ведь пойдут просто крушить. Крушить все вокруг. И первое, они с чего начнут? Они ведь уже целенаправленно пойдут. Мэрия, Дума. Социальная напряженность присутствует во всех областях, сферах жизнедеятельности человека. Это уже давно так сложилось, и особенно последний этот кризис, который никак не могут вывести из себя, то есть люди идут массовые сокращения, увольнения работников, снижение уровня доходов населения, и вот эта печальная такая ситуация, она приводит к такому настроению протестному. Та категория людей помнит советское прошлое, они, да, они готовы вернуться к советскому прошлому. Молодежь, не видя никакой другой альтернативы, тоже приходит к нам, потому что у них безвыходное положение остается. Не потому, что там они осознанно, там идеи марксизма, ленинизма как-то верят, а именно видят то, что есть люди, которые борются, которые готовы отстаивать. На мой взгляд, партию власти нужно менять. Если за 15, там, сколько, 16 лет партия власти не смогла, кроме своих популистских заявлений, сделать ничего действительно серьезного и осуществить некий прорыв внутри страны, то надо, значит, менять. Год назад я забрал свою семью, недавно я забрал своих детей, и мы уехали в Соединенные Штаты. Потому что, да, как вы правильно сказали, я думаю, что нужно стремиться для своей семьи и для детей получить более качественное образование, более хорошую медицину, если она потребуется, и иметь значительно более широкие возможности для самореализации, для достижения своих собственных целей.